А тепер, люди добрі, послухайте, що вам пан голова скаже. Ну що, дідусі мої, от і прийшов світлий праздник Рождества Христова на землю нашу. Так пусть же для каждой семьи, для каждой хаты этот год будет богатый. А теперь, дедушки, идите весело праздник встречайте. Сейте, посевайте. Да добра наживайте. Отец дядя, ты сказать что-то хотел? Хотел. Ибо сказано в писании. Напрочем, это и не важно. Оксана! Акула? Ну, и зачем ты сюда пришел? Знаю. Хочется, чтобы прогнали прочь. Все вы мастера подъезжать нам тогда, когда отцов рядом нет. Ну что, сундук мой готов? Будет готов, мою серденьку. После праздника обязательно будет готов. А как расписан будет. Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого, как жар гореть будет. Ну же, не сердись на меня, ну дай хоть поговорить с тобой, дай хоть поглядеть на тебя. Ну кто же тебе мешает? Говори, гляди. Ишь, ты чего захотел? Пойди прочь. Тебе как мед, так и ложка нужна. У тебя руки жестче, чем железо. А сам ты весь пропах дымом. Небось, сажа у меня все обморал. Вакула, а правду говорят, что твоя мать — ведьма. Да что мне до матери, ведь ты мне и мать, и отец, и все, что мне есть дорогого на этом белом свете. Ах, вот ты какой. Однако мне пора идти коледовать. Девчата, верно, меня уже заждались? Да бог с ними, мою серденьку. Как бы не так. С ними наверняка будут парни. Так тебе что, с ними весело? Да уж веселее, чем с тобой, Вакула. Постой, Оксана! Ну як тебе, куме, у діяка в новій хаті? О, гарна була попойка! А які пироги? О, які галушки? А яке сало? О, а яка хозяйка? Чого? Мовчу! Мовчу, мовчу! А яка? Гурня! Шо? Не будеш?
Ні. То не за грех считать буде. Не буду. Значит, не будеш. Ні. Ні. А сейчас? А сейчас буду! Добре, що горілка єсть у нас з тобою. Ой,